Всем привет! Сегодня хочу показать вам свои новинки из бижутерии. Возможно, будет интересно кому-то посмотреть, кто любит бижутерию особенно. В общем, это новинки из интернет-магазина Crystal Boutique. Вот такие коробочки у данного магазина и, соответственно, такое название. Очень интересные изделия, достаточно добротное качество, в общем, хорошая и недорогая цена, небольшая, невысокая цена. Изделия достаточно, еще раз говорю, хорошие, интересные, качественные. Практически все я уже успела поносить для того, чтобы вам рассказать. И носила, например, одни сережки, не снимая целую неделю, купалась в них, спала в них, и с ними ничего не случилось. Не выпали камешки, но, в общем, сейчас по порядку. У меня будут два набора. Это серьги и сережки. Сережки и еще одно колье. В общем, сейчас все по порядку. И вот мой первый набор. Кстати, на сайте он выглядел немножко не таким, в плане того, что в жизни он гораздо лучше, потому что я не очень люблю все-таки изделия, наверное, из желтого металла. И скептически немножко отнеслась при выборе. Мне понравилась сама форма, да, данного изделия. Вот такие серьги. Серьги очень красивые, особенно на лето. Все изделия сделаны из медицинского металла. То есть они полностью безвредные для ношения повседневного. Нет никакой аллергии, во всяком случае, ну, все нормально, у меня кожа восприняла, уши у меня не болели. Еще раз повторюсь, что я носила там серьги, одни вообще не снимаю. И с небольшим напылением, вот золото, как там указано. И вот, посмотрите, я их одела, очень красивые. Смотрите, какие камушки маленькие и вообще сами такие лепесточки. Даже несмотря на то, что сделаны из желтого металла, который я не очень люблю, в принципе, этот металл закрывается вот этими белыми лепестками, и очень-очень красиво вообще. Я их специально взяла на лето, мне кажется, очень классно смотреть. Ну, в наборе был вот такой кулон, и, соответственно, такой же, с таким же изображением. Вот так он надевается. Здесь, кстати, регулируемая цепочка, ну, можно ее, в принципе, одевать поближе, подальше. Вот такой. Очень красиво. И все вместе это смотрится очень красиво. И несмотря на то, что это желтое золото, смотрится просто супер. Все как-то, знаете, сочетается классно. Вот данный наборчик у меня был в такой коробочке. В принципе, все у меня наборы и изделия в такой коробке открываются. Здесь кнопочка. Здесь есть такая бирка, что изделия с элементами кристаллов Сваровски. Следующим были вот такие серьги. Они совсем недорогие. И посмотрите, какие они красивые, с такими какими-то фиолетовыми камушками. Здесь резные такие украшения. Мне немножко смущает, что они немножко вот так звенят, видите. Но, в принципе, смотрятся они очень красиво. Вообще, я люблю, очень люблю серьги, которые такие каплевидные, да, может быть, которые висят на ушках. Редко ношу какие-то короткие, точечные, ну, за исключением вот этих, которые я выбрала, они тоже все-таки такие массивные, красивые. В общем, наверное, люблю все-таки больше массивные серьги. Следующее, что я выбрала, посмотрите, какая классная подвеска. Очень-очень красивая. Опять же, меня всегда смущает желтый цвет, да, в изделиях, не знаю почему. Но здесь он вообще супер смотрится, отлично просто выглядит. Носила, кстати, когда я уезжала в поездку, тоже, наверное, дня 4 не снимая. Даже спала, и ни один камушек не выпал. Ничего не потускнело, купалась, по-моему, с ним. Очень классно смотрится. И вот так выглядит таким образом. Таким образом, то есть он на короткой достаточно такой цепочке, и вот так выглядит подвеска. То есть не здесь, он достаточно хорошо регулируется. Сама цепочка в виде таких шариков, то есть такое плетение у нее. Здесь маленькие такие. Вот это украшение очень мне понравилось. Там, по-моему, аналогичные какие-то украшения в виде, по-моему, тоже таких подвесок есть, но мне понравилось именно это, очень красиво. Последний наборчик, который я выбрала,
Это вот такая подвеска. Ну, достаточно такая на любителя, странноватая. Так как у меня есть уже подвеска такая в виде тоже двух переплетающихся кругляшков. Я ее ношу вообще очень много лет. Ну, это как бы мой талисман. Я выбрала что-то аналогичное, наверное, потому что мне притягивают такие изделия. Наверное, посмотрите, похоже на лепесточек. И внутри еще маленький. И как бы когда поворачивается на грани этого большого лепесточка, маленькие стразики. И с этой стороны у этого элемента тоже стразики. Выглядит, в принципе, знаете, очень интересно, не массивно так, когда одевается на шею. Но, опять же, на любителей. Я люблю из белого металла изделия. Мне кажется, они более такие, наверное, благороднее в плане того, что не очень люблю всякие в бижутерии золотистые вещи. Бижутерия, белый металл, выглядит очень-очень благородно и красиво. Так, и к ним были серьги. Вот те, которые я не снимала и носила, просто люблю такого плана серьги. И вот такие капельки с элементами Сваровски, с камешками по бокам. Ну, они очень хорошо смотрятся, сейчас одену, покажу. Знаете, такие серьги на каждый день выглядят не банально за счет того, что есть камушки, но в то же время не на ляписто, не аляписто. Можно пойти на работу, можно пойти на учебу, будет все как бы хорошо смотреть. В общем, вот так. Так они смотрятся. Мне очень нравится. Я их носила и с подвеской, и просто без подвески, вот так самостоятельно. Они выглядят... Так, это был мой обзор на бижутерию с сайта Crystal Boutique. В общем, если вам интересно, заходите на этот сайт. Кстати, если вы будете заказывать какие-то изделия, то внизу вы можете посмотреть купон, код на скидку. Скидка для моих подписчиков, которые будут использовать этот код, купон-код. По поводу доставки, все смотрите на сайте. Доставка по всей России. Доставляют очень быстро. Мне доставили очень-очень быстро, через несколько дней. Удобный сайт, все удобно выбрать. Изделия, еще раз говорю, даже лучше выглядит, чем на сайте. Расположение там у них достаточно удобное. Можно кинуть в корзину, можно кинуть в закладки и потом уже посмотреть, что вам нравится. Я считаю, что очень хорошие изделия. Итак, это был мой обзор на бижутерию с сайта Crystal Boutique. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!